Всем привет! Сегодня мы решили обустроить немножечко вот такие грядки, но будем делать выемку по-правильному. Значит, нам понадобится колышки, саморезы, шуруповерт, в общем, грабли, топор, бордюрная лента. Как он называется? Ну, в общем, который на землю стелится. Да, Юля? Ну и рабочие руки. Также будем сыпать щебенку, а потом будет еще сверху мраморная крошка. Начнем сейчас выбирать. Сейчас сначала выберем грунт на 10 сантиметров. Уложим геотекстиль, щебенку и сверху клумбы, в которых будут у нас расти цветы. Продолжаем. Сделали мы выемку грунта. Сделали ограждение из доски. И бордюрная лента. Бордюрную ленту на степлер прибили, посадили. По краям то, что было. Вот. Утром вымывали. Сейчас будем геотекстиль ложить. И ну, очень много муравьев всяких, сорняков. И засыпем сразу же. Такой вот ерунда. Если кто что знает, как бороться с муравьями и всякой вот такой порослью, помогайте нам в комментариях. Сейчас мы полили, развели специальную химию от сорняков и от муравьев. Полили, все. Теперь вот текстиль положили. Сейчас будем засыпать щебенкой. Вон щебенки сколько. Все работают. Продолжаем. Значит, что мы сделали? Вот тут подготовленная половинка. Сейчас будем геотекстиль ложить. Положили щебенку крупную 20-40, потом мелкую 5-20. И потом будет крошка мраморная сверху еще, декоративная. И вот первую грядку мы уже садим. Что это такое у нас? Петунья. Петунья. Первую нашу красивую клумбу. Будет стоять здесь еще одна, синяя, и там тоже. То есть будет 6 клумб. Еще засыпем мраморной крошкой дальше. Вот. Готово. Сейчас осталась такая же эта сторона, другая. Только вот зеленая, красная. Что, Наташа, мы здесь садим? Цветочки. Цветочки? Да. А какие? Не знаю, надо идти вспоминать. В общем, какие-то цветы. Такие у нас клумбы. Засыпем мраморной крошкой. Будет красота. Вот такая вот клумбочка стоит в сборе собранная 450 рублей. Такой формы, эту форму я уже придумал, оставались панели у нас, то есть любые формы сделаем, любого цвета, вот они стоят, зеленый, красный, даже выкрасим в любой цвет. Все, закончили, значит, обрамление наших клумб. Вот у нас получились красивые клумбы. Мы вам рассказали, как мы их делали. Сделали выемку грунта, вот как здесь. Потом геотекстиль. Щебенка крупная, такая вот. Потом мелкая. Потом грядки. И вот сверху декоративная еще. Щебенка или мраморная крошка. Значит, клумбы делаются высотой 200 миллиметров. Вот такая клумба у нас стоит 450 рублей собранная. Такой формы, такой формы. Вот это я уже сам сделал из остатков. Это уже грядки у нас в теплице. И с другой стороны сделали тоже дорожку. Сколько еще их нам делать? Так вот получилось. Здесь еще
что делать. Все посадили, цветы здесь. Здесь даже у нас есть камушки, где у нас купалась Афродита. Видите, какие камушки у нас. И Афродита купалась с Кипра. Вот такая у нас будет коллекция. Так что, кто к нам в гости поедет, захватите с берегов заморских пляжей нам галечки заморской. Будем потихоньку закладывать наш цветник. Ну все. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Очень ждем. Всем пока.